Всем привет, с вами Огонек, это моя третья серия. И сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт. Как вы знаете, в прошлой серии я нашел деревню и хотел построить себе дом. Но сейчас будем делать всего лишь каркас. Наверное, сейчас провалится. Не провалилась. Не знаю. Как я вам говорил, возможно, в некоторых сериях я буду играть с мистером Троллингом. Так. Мамы. Ну что вы такие глупые? Ну что ты за мной ходишь, фаната? Так, ложим дерево. И я так понял, что мне нужно добыть дерево. Вообще, по идее, я думаю, что я буду делать крепость для деревни. Но так-то нет. По идее, я еще не обследовал деревню. Хотел за кадром, но потом подумал, вдруг вы подумаете, что я что-то начитничал или надюпал. Я буду стараться не играть за кадром, хотя у меня вчера было желание. И сегодня очень-очень сильно. Но также я и не хотел снимать. Лень было. Так, мне нужно быстро закрыть дверь. А то эти NPC не закроют, и там зомби. Уже растет. Надо добыть мяско. Но не мяско мне нужно, а кожа. Ну и опыт. А еще и жареное мясо. Простите, Касперский вылетел. Вот он, Касперский. Так. А, все, он закрылся. Топором. Так, думаю, может быть, не... иметь оружие любимое, это топор. Мне как-то больше нравится. Возможно, я буду с топором ходить. В основном сначала я сделаю лучше алмазный меч. Когда появится возможность иметь алмазы. Так. Потому что алмазный меч, два алмазика, топор. Три алмазика. Тем более, потом, я так думаю, мне лучше выполнить не топор, а кирку. Сделать порталат и все чики-пики. Так, как я вижу пустыню, но я не очень так-то хочу терять деревню, потому что, когда я умру и возрождусь, я не уверен, что я как бы появлюсь в деревне, потому что я создал генерирующийся мир, и там поставил кровать, ну, я из творческого, ну, в творческом был. И когда я переходил в выживание, я умирал, на меня много NPC нападало, и у меня была кровать, и я как бы себе сделал дом из книжек, потому что поставил там зачарованный стол. Как вы знаете же, зачаровательный стол. Берет больше энергии от книжек. Ну, это что там в этом роде. А еще я сейчас почти всех коров истреблю. Так. Мне надо броню хотя бы первую. А, это кожаную. Но обычно во многих
моих мирах, ну, которые я генерирую, у меня было поначалу железная броня. Кстати, голову, блин, сложно будет добывать, тем более на сервере только... Я однажды добыл на сервере голову свиней в Арпиде. Ну, многие, наверное, знают, что это такое. Видео, как всегда, будет где-то 14-15 минут, потому что мне в Ютубе сложно загружать, когда 20 минут. Поэтому видео будет не очень так-то и большое. И мы возвращаемся домой. Потому что мне нужно мясо пожарить и сделать новое оружие. А еще мне надо срубить это дерево. Но это не сейчас. Кстати, смотрите видео троллинга. Он в Ютубе зарегистрирован как Леонид Нехисор. Так, где моя хижина или что-то в этом роде? Короче, семечко дома. Вы глупые или как? Ну-ка, вылезай отсюда. Пшел. Фу. Кремом задел. Наверняка. О, нифига, сколько я сейчас добыл. Так. Так. Сейчас сделаем не одежду. Ну, не одежду, а... Ой. О, блин, я два шлема сделал. Ладно, будет запасной. Все, полное одеяние. Кожу тоже оставим. Кожу не очень так-то. И плохой материал. Так. Шлем пусть будет запасной. И одеваемся. А, нет. Красители берем. О, как раз могу и тот шлем. Так. Вот, как раз на все хватило красителей. Этот шлем сюда запасной будет. И вот, одеваемся. Все, теперь темнеет, темнеет. И теперь я вот такой вот Стив. Скоро, когда рассвет будет, мы либо пойдем, хотя еды у меня и так предостаточно, поэтому мы пойдем, ой, мы пойдем, мы тогда пойдем рубить деревья, а для этого нам нужен топор. Ну, короче, мы сейчас скрафтим, сделаем, кстати, лодку, чтобы куда-нибудь уезжать. Правда, мне нужно сделать маяк, потому что, ну, вы сами знаете, мне нужно, то есть, убить осушителя и сделать маяк, чтобы я мог ориентироваться, где моя деревня. Просто вдруг я смогу заблудиться. Умирать тоже не факт, потому что когда умрешь, вещи пропадут, опыт пропадет и все будет к худшему. Поэтому мне лучше добывать маяк. И делаем меч. Палку сюда. Так, палочку вот. И вот. Так, мы снимаем 10 минут уже. Я надеюсь, что я сегодня еще одну часть вышлю. Потому что... Так, кирку, блин, нам нужно кирку сделать.
Нам нужно один камень. И это все очень плохо. А еще я не понимаю, зачем мне снежок. Что кинуть? Нет, коров я не буду убивать. Ну, наверное, парочку. Ну, мне они не нужны. Теперь. Ну, кроме кожи, и можно повысить мне арсенал. О, господи, как там корова оказалась? Что у меня жизнь нет длиннее. О, господи, да что они там делают? Как они на дерево забрались? Народ, напишите в комментариях, что это за баг такой. Ну, конечно, я видел оцелотов и свиней много в джунглях, но как можно забраться на ту? Я не представляю. Даже отсюда вы не допрыгнуть. Нет. Кстати, мне этот дуб нравится, но мне пришлось в качестве ресурсов его спилить, чтобы построить дом. Так, песочек. Топорик. Кстати, надо ломать этот. Кремень. И вот здесь поставлю. Чего так ноете, жалко? Мне уж жалко. Так, по сути, здесь где-то должно быть яблочко. И опять корова. Господи, сколько у вас? Так, где моя лопата? Все. Саженец посадим. Не, пойду-ка я посажу рядом с деревьями. Вот здесь посадим. Ой. И где-то вот здесь. Да. Мы идем в деревню. Я уже снимаю 12 минут. И я думаю, сейчас я переработаю немножко досок. И на этом, возможно, закончу. Что-то как-то быстро пролетело время. Сначала я просто поставлю. Так, и лопат. Немножко неудачное место выбрал, но уже поздно. Хотя могу переставить. Возможно, потом перестрою. Сейчас нам не до этого. Хотя и так нормальное место. Возможно, скоро я сделаю удочку. И мы пойдем рыбачить. Пока что я сделаю стеночки. Ой. Лопаточка. Здесь у нас нет. Вот здесь у нас будет дверь стоять и как-то будто я в творческом. Так сразу строю. Нет. Так. Ну, для начала. Так. NPC, только попробуйте мою. Ко мне ходить в гости. Нас убью. Убью, я сказал. Ну, скидем. Ну что ж, народ, всем. Если вы здесь впервые, то можете позвать друзей, подписаться. Всем удачи, всем пока. С вами была.